И в синюю уголок октагона добро пожаловать бойцу из города Ереван, Армения. Приветствуйте! Ашот Григорян! И в синюю уголок октагона добро пожаловать бойцу из города Ереван, Армения. Приветствуйте! Ашот Григорян! Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в октагон его сопернику. Встречайте, Армен Малхасян! Мои дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. В синем углу октагона боец. Ему 22 года, рост 169 сантиметров, вес 65 килограммов 550 граммов. Победитель Кубка Черного моря по панкратиону. Профессиональный рекорд бойца. Один бой, одно поражение. Из города Ереван, Армения. Армен Малхасян!
А в красном углу октагона его соперник. Бойцу 21 год, рост 173 сантиметра, вес 65 килограммов 450 граммов. Чемпион Краснодарского края по панкратиону. Серебряный призер чемпионата России по французскому боксу «Сабат». Профессиональный дебют. Из Краснодара, Россия! Ашот Григорян! Рефери в ринге Ашот Ашигян. Бойцы на середину. Внимательно слушаем. После команды «Стоп» прекращаем все действия. Локтями бить нельзя, головой бить нельзя. Коленями в голову бьем только в стойке. Затылок, позвоночник не бьем. Экипировку, сетку не хватая. Все действия по правилам. Пожали руки. Удачи по углам. Первый раунд. Давай, 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 давай
Давайте выходим. Второй раунд. Давай,
уважаемые дамы и господа, в этом бою на 3-й минуте 30-й секунде 2-го раунда удушающим приемом победу одержал боец в красном углу октагона.